На третий день Светлой Седмицы духовенство Омской митрополии собралось на праздничную вечерню в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, чтобы поделиться пасхальной радостью о воскресшем Христе. Такие службы особенно торжественны благодаря тому, что целый сон священнослужителей возносит свои молитвы в одном храме. Подробнее о богослужении в материале наших коллег. В богослужении приняли участие епископ Тарский и Тюкалинский Саватий, епископ Калачинский и Муромцевский Петр, а также духовенство и монашествующие Омской епархии. Возглавил вечернюю митрополит Омский и Таврический Владимир. По окончании богослужения священнослужители поздравили митрополита Владимира и друг друга с праздником Пасхи Христовой. Христос воскрес! Для людей это всегда радость, потому что это не только возможность послужить вместе с правящим архиереем, но и поделиться духовной радостью со своими сослужителями, которых мы часто в течение поста или в течение года не всегда видим, с прихожанами Успенского кафедрального собора и со всеми теми людьми, которые приходят с нами разделить радость праздника. Глава Омской митрополии поздравил всех со Святой Пасхой и обратился к участникам богослужения с архипасторским словом. Я хочу пожелать вам, чтобы эта радость, радость воскресения всегда обитовала в наших сердцах, в наших умах, в наших мыслях. И всегда у нас сопровождала нас на каждом пути, на каждом шагу. В завершении службы митрополит Владимир подарил каждому участнику богослужения пасхальное яйцо, как символ воскресения Христова.